Тайвань 24 января занял все провинции Хубэй, были полностью закрыты после того, как выявленный в городе коронавирус стал массово распространяться по территории страны. 7 человек погибли при пожаре в частном доме в городе Нижнем Кулуне под Пензой, среди жертв трое детей, об этом сообщили через полигон. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, дом выгорел полностью. Погибшая семья из трех человек, мать и двое детей, их гости. К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники. Сейчас идет разбор завалов. Первая волна цунами пришла в Северо-Курильск. Разрушений нет, сообщает МЧС. Около 400 человек эвакуированы в безопасную зону на возвышенные места. Пострадали печные трубы, однако котельные работают в штатном режиме. Электроснабжение в Северо-Курильске не нарушено. Ситуация, на которой спасатели в готовности к реагированию находятся все оперативные службы региона. После землетрясения магнитудой 7.3 в Тихом океане жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой в 5-6 баллов. Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне. Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива. Эти и другие новости на сайте radiomayak.ru. Впереди пост ДПС. Ограничение 90. Не говори.
Слушай, а ты сможешь своими руками провести маячок скрытый в машине? Ну, куда-нибудь спрятать, под обшивку, там что-то такое. Все, он будет уже готовый, то конечно. Конечно. Правда, он стоит 5000 рублей. Это я... Ну, что хочешь? Как Энди Мазды готовлюсь. Может, там и камрюху в аренду сдать? Не можем. Камрюху и вторую Мазду. Форд. В аренду поставать и параллельно продавать. Что нам еще? А еще Цератор доделается. Сюда же. Они, понимаешь, они просто стоят, они должны работать. Взять на заметку это, постараюсь тоже в голове держать, чтобы не забыть это. Ну, этот, приехать и выложить объявление. Благая музыка сегодня у нас звучит успешно для того, чтобы прибраться, пропылесосить, правильно, да? Ну или как вы у нас делаете это, приходите в себя после вчерашнего дня рождения, да? Конкретно тяжелая хрень, да, Лена? Что конкретно? Тяжелая. А это да. Просто и его. Мне кажется, это просто нереально. Породило бы фантазию.
как он туда попал. Дальше подросток, вот хороший подросток. Подросток Шершов, так что из Иркутской области молодец мальчишка-подросток отказался чинить краденный смартфон, который ему принесли барыги. И через социальные сети по eBay, там по номеру, да, отыскал хозяина и теперь получил благодарность от полиции. Ай, молодец. Ай, молодец, Шершов. Ай, да умница. Как говорят так, молодцом. Да. А что у нас? В Москве создан сервис для виртуального общения с животными из приютов. Ну, понимаете, да? То есть вот включаете у себя ноутбук или смартфон и общаетесь как бы через экран, например, с шиншиллой. Слушайте, ну вот такая необычная новость, вот как-то меня немножко перепахивает она. Иркутский ресторан выпустил меню с именами героев. А скучит обе. Вот, например, бизнес-ланч Зои Космодемьянской. Что это? Вот именно, господи, ну, да. 50-я квалификация, а вот как бы, подсознание как бы не развивает. Мозг не развивается. Соназваны самые высокие зарплаты на удаленке, ребята. Только давайте. Нашли вакансию, может быть, такую музыку, которую на стриме там держит. Итак, самые высокие зарплаты на удаленке. Вакансия программиста NetSeed, это решетка. WPF/ASP.NETCORE. Это звучит-то опасно. А 75? Неплохо. Кстати, никакая немка, это кусок говна на самом деле, да? В Москве 500 тысяч рублей. Это вообще не эмка, блин. Это директором диджитал-агентства. Это цифровая какая-то услуга. Вот ведь даже непонятно. 500 тысяч понятно, да? А дальше, посмотрите, в Новороссийске при строительстве, так понимаю, дорог Краснодарский край на берегу нашли под землей бункер фашистов. Представляете? Вот он, там прямо под дорогой был. Вот, жители Москвы и области в ближайшие дни смогут увидеть полет международной космической станции. Прямо из окон квартир будет видно. То есть она, конечно, наверное, не на высоте 10 метров. Это вот достаточно ярко. Сумасшедшее сообщение, ребята. Я даже не представляю, как это будет технологично решено. Всего за 6,7 секунды.
эти старые артисты, да? Они что-то получают с того, что я песню на радио? Я думаю, да. Да? Авторские использования. Авторские получают. Вот это вот, вспомни Панина. Вот этот Алексей, который ты играешь, поехал. На что он живет? Он сейчас не работает, не зарабатывает ничего. Он чисто вот на эти авторские снялся там в Бумере, там еще где-то в Шнурках, там еще в каких-то этих. Он в Бумере снимался вообще? Я с Шнурком играл, да. В Шнурках снялся, еще где-то там. В Солдатах он даже, по-моему, когда-то, да, снимался, был там даже. Вот, и все, сейчас получают какие-то, ну, все реже и реже показывают этот фильм. Ну, то один телеканал показал, то другой, то третий. И ему отчисление.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Доброе утро, Ольга. Я ориентировочно в течение часа должен быть у вас. Да, как подъезд наберу? Так, да, а напомните, пожалуйста, Островского 7, по-моему, да? Ага, понял, понял. Хорошо. Все, спасибо большое. Как подъеду? Ага, понял. Ну, я в навигатор забью, да, доеду. Все, спасибо большое. Ага, до свидания.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Адрес находится? На Островского? А, хорошо. А вам тоже нормально или где-то по пути? Ну вот, я еду на Островского. Без понятия, я первый раз в Брянске.